Можно ли надеяться на то, что мужчин привлекает не внешность? Привлекает внешность, а удерживаются они не из-за нее, конечно же, да. Поэтому важно, чтобы женщина была ухоженная и чтобы она вообще сама себе нравилась. Но то, какая она, девочки, разницы нет, потому что на любую кастрюлю есть крышка. Любят маленьких, больших, полных, худеньких, как бы с разными фигурами, с разными характерами, да, то есть на каждую кастрюлю есть своя крышка, вот. Но то, что женщина должна быть, ну, вообще вот ухоженной, она должна сама себе нравиться, это, конечно, важно, потому что иначе она транслирует эту симпатию, эту приятность, да, тут удовольствие. А если нет, то она может быть очень скованно, зажата, требовательна, какая-то робкая очень, какая-то там агрессивная, да. Вот, поэтому, но то, что привлекает внешность девочки, ну, это правда, ну, как бы встречаем и по одежке, провожаем по уму, понимаете? Это фактор важный, но здесь очень важно понимать, что это мы не говорим про какие-то, понимаете, какие-то параметры красоты, а то, что вы у него должны отозваться, да, то есть то, какого вы типа, да, вы у него должны вот отозваться и вы вызвать определенную симпатию, вот и реакцию.